Всем привет! На мне сейчас рюкзак под названием «Валькирия» от фирмы «Острев». Настало время для внутреннего обзора. Модель «Валькирия» обладает вентилируемой спиной плюс вентилируемые лямки. Теперь внимание, здесь грудная фиксация, а также карман под мобильный телефон, либо какую-то другую вашу маленькую мелкую вещь. Боковой карман. Органайзер, куда можно положить все ваши вещи, плюс карабин для крепления ключей. Специальная сетка для хранения велосипедного шлема, ведь безопасность превыше всего. Основное отделение занимает всю площадь рюкзака, поэтому сюда вы можете взять очень много вещей, которые могут быть вам полезны во время вашего путешествия. Отделение под велосипедные или солнцезащитные очки. Теперь внимание! Здесь есть отделение, где хранится гидратор. Вывод через правую лямку. Итак, посмотрим, как эта модель смотрится со всех четырех сторон. Как говорит народная мудрость, вещи покупать лучше на mandrivnik.com.ua.